Так, имеется камера автомобильная, и в ней имеется дырка. Сейчас будем заклеивать. Для этого обрезаем кусочек латку по кругу под размер. Смотрим, что она по размеру подходит полностью. Теперь ее зачищаем с раны. Наждачкой. А потом я вот с этой, наверное, с шершавой. Хорошо зачищаем. Можно даже ее куда-то положить. Так, есть. И саму камеру. Смотрим вот здесь вот перепады, их все надо расчистить. Теперь обрабатываем обезжирен. Использовать обычную кисточку и ластерит. Немножко на нос и сюда. То же самое здесь. Видно, что какая-то. Так, теперь. Нам нужен пресс. Фиксируем. Теперь наносим клей. Клей-момент резиновый. Стоит 50 рублей. На обе поверхности. Сверстывать сильно не надо. Ну и жалеть тоже. Должны быть уверены, что он лег везде. По всей толщине. Есть. Латка есть. Теперь сама поверхность. Даем ему постоять, как по регламенту. 10 минут. Есть.
Значит, опрессом буду служить вот старые колодки. Жигулевские старые колодки. Пока тут все делается, их очищу. Для такого случая имеется еще вот такая щетка железная. Все, в принципе, клей просох. Я хочу напомнить, что у клей-момента есть одна особенность, очень интересная. Он, степень вашей приклейки зависит напрямую от степени нажатия нажатия в момент, пока еще клей полностью не застыл. Значит, ну вот что мы делаем. Смотрим, чтобы с двух сторон было более-менее одинаково прилегало. Некуда, сейчас прикручу лучше, но сначала зажму. Так, ребят, вот видим, что здесь у меня получилось неправильно. Держим колодку, вытаскиваем вот этот кусочек. И вот эту колодочку чуть-чуть поровнее, вот так. Зажимаем. Все. И вот это дело в таком виде оставляем на 12 часов. Через 12 часов я продолжу видео. Так, всем снова привет. Ну что же, вот она камера. Простояла она здесь ровно сутки. Откручиваем. Так, вот здесь аккуратно вынимаем наш смотрим, чего получилось. Ну, я думаю, что хорошо приклеилось. Здесь вот даже такие типа, и она даже и с этой стороны, смотрите, как приклеилась, короче, там, видимо, в дырочку прошла. А, не, не приклеилась. Вот я ее свободно сзади могу
Ну хорошо, приклеилось, мне нравится, все четко, вот смотрите, ничего нигде. Так, вот такой результат, господа. Вопрос теперь, пропускает она или нет. Сейчас надуем и узнаем. Так, не проверять буду при помощи. Так, вот они, два нипелька. Какой из них подойдет? Сейчас посмотрим. Лучше закручиваем его сюда. Обычным золотничком. Да, пошел. Есть, все, маленький тоже подошел. Теперь насос. Так, вот такой насос. 220 включается, накручиваем, проверяем. Смотрим, ниппель не пропускает, слюной проверили. Так, ну а это место мы будем проверять с помощью мыльного раствора. Вот оно, наше место. Здесь кусочек не приклеился, ну вот так вот. Так, наливаем воды, добавляем немного мыла и разбалтываем. Я думаю, что мало просто. Мыло еще добавляем. Нет, никаких пузырей нет. Все. Камера готова, можно вставить ее на автомобиль. Всем спасибо, всем пока.